Мы пришли Бузке купить шампуньку. А, вот, мы нашли, Бузя, мы нашли, кажется. Да. А, это флинтик шампунь. Потому что был... Я? Да. Ого. Смотрите, тут котики есть, можно взять котика себе. Собачки. Окей, cool, thank you so much. Это бум. Если не видели, это, между прочим, есть для котов такие, чтобы ногти одевать, чтобы они вас не царапали. Бузя, тебе надо такое? Да, мы с Бузиком. Бузя. Ну, Бубой сделали, но мы сейчас вкусняшку купим. И будет ему кайф. Хорошо, Бузька? Сейчас мы тебе вкусняшку купим. Так, шампуньку мы сначала тебе купим. Ну-ка, выбирай, какая тебе шампунька надо. А вы моете своего котика шампунькой? Так, Бузя, какой мы тебя... Даже есть профессиональные. Waterless Bass. Даже, чтобы слезки у него не текли, шампуньки есть. Conditioning shampoo, dead resin, waterless, foam wash. Блин, тут можно потеряться. Какой у тебя fresh breath. Так, Бузя, тебе надо, чтобы ты не вонял? Потому что иногда покушает, он потом воняет. Так, hydrolar cat shampoo. Do you wash your cat? I'm trying to find something for my kitty to wash him. To unconditioned cat shampoo. Light wild cherry. Наверное, вот это мы, Бузик, сейчас возьмем с тобой. Бузя, как ты думаешь, подойдет тебе такая шампунька? Бузя, хочешь такую шампуньку? Будем брать. Два в одном conditioning cat. И тут и кондиционер, и шампунь. Вот. Или вот такие есть. Два на conditioning cat. Шампунь. Это сделано в Америке. Это тоже. Сан-Франциско. Wild cherry. Hydroallergenic. Spring breeze. Или такую. Не знаю. Я потерялась. Советуйте. Пластушка? А что пластушка, блин? Коту покупаю шампунь. Потому что грязный залазит везде. У, антигербал. Вот такая еще и шампунька. Да, все есть для кошек. Бузя, ладно, будем брать. Total Natural Pet Care. Extra Gentle Conditioning Formula. Бузя, ты будешь у меня Extra Gentle. И расчески есть. Но расческу мне надо. Так, а теперь возьмем им какую-то вкусняшку. Антиаллергенный. Вот этот? Вот этот брать? Я не знаю, я их вообще ни хрена. Я для своих волос покупаю вообще. А, вот. Hydroallergenic. Вот такой есть премиум. Вот этот брать? Мы сейчас берем Cats with Dry and Sensitive Skin. Откуда я знаю, у него Sensitive Skin или нет? Можно не мыть для стресса. Если мы точно. Ну как ему, так его редко. Ему 9 месяцев, он еще ни разу ел. Не мылся. Cat 5 months at age and older. 6. Да, сейчас. Сами мойтесь хозяйственным мылом. Я не буду своего котика мыть хозяйственным мылом. Будем вот этим. Vitamin enriched. Так. Тут это целая секция. Это громадный такой магазин. Так, Бузя. Тебе это мы все купили. Вкусняшки надо купить. Я же не умерекажу. Сенситив не помешает. Ну вот кажется сенситив. Бузька, что ты там? Он что-то возмущается. Бузя, ты что возмущаешься? Мы тебе вкусняшку покупаем. Вам не химия. Ну, кажется... Лос-Анджелес. Ну, кажется, вот такой нормальный. Без запаха. Вы раз вам это возьмите любовь, всем для кошелек по этой коже. Не волнуйтесь. Окей, спасибо большое. Ну, взяла. Ну, так раз в месяц. Он вообще... У меня беговая дорожка, он, зараза, блин, под нее залазит, там пыль. Он вылазит весь грязный, как свинья. Поэтому хочу ему что-то такое взять. И я его брала в парк, он там тоже вымокался. Полностью в этом, в пыли. Так он потом приходит ко мне на кровать, блин,
своей мордой грязной. Так, сейчас мы тебе снеки возьмем. Сухая еда у него есть. Надо какой-то снек. А тут собачки еще есть. О, киттен. Слушай, надо тебе такую, наверное. Ну что, он быстро так и съедает? Давай попробуешь. Вот такую тебя возьмем еду. И тебе надо еще какой-то снек взять. Hello. Возьми. Хороший кот было собирать. Это точно. Лучше я пойду к тебе кровать спать. Ага, иди себе кровать. Не надо. Роял не надо? А что роял? Это роял это я взяла? А что не надо роял? Что, плохой, что ли? Ну, вроде бы нравился роял. Это для котят. Ну, какой вы берете? Китай живу? Чего я в Китае живу? Я в Китае не живу. Так. Есть такие маленькие разные снеки для этих. Сейчас ему хочу взять. Hello. Hello, doggy. No, you can't say hi to the cat. No, no. Although the cat is still just being like, what's up? He never seen dogs, actually. Much more chill than my cat would be, that's true. Так, вот и Fancy Feet тоже ему нравится. Про план, да, ему тоже нравится. А, ну вот, видите, у всех... Я не знаю, я ему разные бренды брала, и, в принципе, ему, кажется, все нравится. Он у меня такой обжора, он будет все есть. Ему только дай. Так, быстро. Где у них снеки? Есть такие маленькие, я вам брал. О, во. Сейчас возьмем тебе какие-то снеки. А, нет, это для взрослых котов. Есть для маленьких котят. Тут уже их нету, ничего. Где же еще снеки есть? Где еще есть снеки? Пожалуйста, посмотрите, можно ли принимать горциню в таблетках Липфарм. Горциня, ну, в принципе, да, горциня хорошая штука. Форму, бренд не знаю, не брала. А горциня вообще хорошая штука. Where we can get some snacks for Kiwi, but small snacks. Or treats. Treats. Here. Here? That's just where we're going. Ah. Yeah. Oh, we missed it. Yeah. Yay! Thank you. Вот такие Shiba. Shiba does a strip that you can break bits off. See, all these, if she's got kidney problems, they're not going to be any good for the cheap line. Mm-hmm. You want something that's wet. So that's going to last you 5 minutes. You want some flavors. Shiba has a stick. Yeah, I took it. I got that once. You like that? Yeah, well, mm-hmm. I don't know where they are then. Is it all? Is it like for kittens or it's all the same for... This is all the same. Have you got the Shiba cat sticks, treats? Смотрите, даже есть кусочки рыбы для котов. Есть молоко. Well, that's for dental things. Больше ничего не делаю. Такую, как я раньше брала, нету. I don't know what they've done with my new pet treats, could be. Боже, вот такие хочешь? Purina One, вот там в банке стоит. Нет, так я его брала просто один раз, были такие именно для маленьких, для котят. Маленькие кусочки, но это кусочки, в принципе, можно взять такое. Давай, наверное, такое, наверное, да, Буська? Там было именно для котят, мягенькое, есть молоко, я такое брала, ему понравилось. 9 месяцев, но мы еще маленькие, ну, жопа уже большая. Natural yummy without vitamins and minerals. Фрискис. Ничего, пусть возьмем такое. Или есть вот такие. Они в середине мягенькие. Это они пишут, что
где для маленьких. Я знаю, что для было, я брала тогда, было для маленьких, для котят. Они были мягенькие. Не знаю, что я не вижу здесь. Будет плохой магазин. Больше сюда не придем. Потому что я не вижу ничего для маленьких котят. Ну ты у меня уже жрешь так, что уже кажется, ты все равно. Давай все подряд. Ладно, давай вот эти возьмем. Для кошек пусть побалдеют. Трава для кошек? Я знаю, от валерьянки они балдеют. Не вижу, где ты траву видела. Вот это внизу трава? Greens. А, greens. А. Мы сейчас чуть-чуть дальше, кому едем. Ладно, пошли. Кастрирован. Его сразу. Тут всех кастрируют сразу. Сразу кастрируют, чтобы не было ничего лишнего. Тут больше для собак всего звучит. Did you still need the little tube thing? Huh? The little tube for the water? Was that you? No, it's not for me. I think they went that way. Есть, да, спецтравы. Он мне без спецтрав балдеет от всего. Fresh kisses. А, это для собак. Ребята, я пока отключусь, потому что пойду сейчас расплачиваться.